сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор, ведущий Олег. Кормление щенка, часть третья. Я думал, что в принципе тут все было бы понятно с самого начала, то есть как развивается вот это вот поэтапно. То есть сначала мы, прямой взгляд в глаза, тарелочка в руках, потому что щенок будет рваться. Дальше, ну, стали поступать ко мне вопросы, что же делать дальше. А дальше, ну вот, развитие событий идет в том русле, что теперь мы собачку уже не просто посмотреть в глаза заставляем, но и проявить немножко выдержку. И идем от простого к сложному. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и все у вас получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег.